Добрый вечер всем из Одессы. 17 декабря 2023 год. Мы с вами в Парке Победы. Смотрите, как красиво здесь подсвечивается водоем. Так, ну, информация не о водоеме, информация не о Парке Победы. Значит, сообщают о том, что летят шахеды. Шахеды летят с Крыма. Соответственно, можно предположить, что летят в нашем направлении. Вчера было у нас достаточно громко. Взрывов звучало много. Были пуски ПВО. Слышно было взрывы. Шахед один упал на жилой дом. Погиб мужчина. Как вариант, сегодня могут повторно попытаться атаковать Одессу. Поэтому тревогу, огромная просьба ко всем, тревогу не игнорировать. Потому что опасность очень высокая. Несмотря на то, что даже шахеды сбивают, и с каждым разом их сбивают все больше и больше, то есть уже практически 100% сбитие. Но тем не менее и обломки падают, и сбитые шахеды падают и взрываются уже на земле. Вот поэтому берегите себя и своих близких. Находитесь в укрытии во время воздушной тревоги. Я на связи. Всем мирного неба. До встречи в новых видео. Пока.